Добрый день, уважаемые зрители. В 10:30 московское время начинаем наш внутридневной анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, Веселин Петков. Если вы меня видите и слышите, ставьте свои плюсики в чате. Спасибо за ваш плюсик, Мирешка Валентина, Ярченков Александр. То есть я понимаю, что все нормально с трансляцией. В самом начале, как всегда, рассматриваем основную макростатистику, то есть макроиндикаторы, которые были опубликованы после нашего вчерашнего аналитического обзора, как они повлияли на валютный рынок, индикаторы, которые будут опубликованы в течение сегодняшнего рабочего дня и как они могут повлиять на валютный рынок. Потом рассмотрим основные экономические события и в самом конце все валютные пары по аллигатору. Для этого открываем наш экономический календарь. Давайте посмотрим, вспомним, что у нас было опубликовано после нашего вчерашнего аналитического обзора. Значит, в самом конце практически нашего последнего обзора был опубликован индикатор по Германии, именно индикатор по производственной инфляции, индекс цен производителей за декабрь в месячном и в годовом исчислении. Видно, что первый индекс вырос на 0,1%, месяц назад у нас было снижение на 0,1%, ожидалось, что у нас практически не будет изменения. А у нас по факту значение немножко лучше, конечно, ожиданий и лучше, чем месяц назад. Практически та же самая ситуация и в годовом исчислении. Видно, что у нас отрицательное числа, но в целом у нас есть некое такое маленькое улучшение, то есть снижение по сравнению с предыдущим периодом и по сравнению с ожиданием уменьшается. И поэтому вы можете увидеть, уважаемые зрители, что ровно в 11:00 московское время, давайте мы откроем наш МТ4, возьмем пару евро-доллар. Так, если мы откроем пару евро-доллар на 15-минутном время, вот сразу видно, что вчера, сразу после публикации индикаторов по производственной инфляции в Германии, это было вот здесь, пара поднялась на 20-30 пипсов, то есть чуть на 30 пипсов вверх. Видим, что раньше было падение на 30 пипсов вниз, то есть ровно на один этаж вверх мы поднялись. Здесь было падение на 30 пипсов и потом рост на 30 пипсов. Видно, что увеличение производственной инфляции в Германии дала краткосрочную, очень маленькую поддержку европейской валюте. То есть в целом евро потихонечку дешевеет. Но понятно, что когда есть хорошие индикаторы, и то важные индикаторы по Европе, они будут предоставлять европейской валюте и в дальнейшем некую маленькую и слабую поддержку. То есть это будет некое замедление падения европейской валюты. То, что мы в последнее время утверждаем. Понятно, почему именно инфляция в Германии важна, потому что германская экономика самая важная для еврозоны и для Европейского Союза. Плюс мы сами знаем, что последние 2-3 месяца снижение инфляции, что привело к снижению ставки в ноябре у Европейского Центрального Банка. То есть снижение инфляции, мы знаем, что это было из-за изменения методики, там, перерасчета по инфляции в Германии. То есть именно Германия была проблемой, инфляция в Германии. Промышленное производство было опубликовано по Италии. У нас есть тоже некий такой рост. Видно, что и в годовом исчислении, и в месячном исчислении, и промышленные заказы, и промышленное производство выросло впервые в Италии по сравнению с предыдущим периодом. То есть это тоже было некое такое, оказало очень маленькую поддержку европейской валюте. То есть в целом этот индикатор более второстепенен и не так сильно смог бы повлиять на валютный рынок. Практически вчера других индикаторов не было важных. Это индикатор по Новой Зеландии. У нас инфляция в Новой Зеландии, видно, что повышается потихонечку. И поэтому новозеландский доллар вырос немножечко по отношению к австралийскому, даже и к доллару. Но мы его практически не рассматриваем. Сегодня публикуется ежемесячный статистический бюллетен в Швейцарии, приблизительно через час 20 минут. Потом торговый баланс по Испании. Вот важный индикатор сегодня, который будет опубликован, это вот ZEF института. Это очень важный институт для германских индикаторов, соответственно, для германской экономики. Индекс деловых ожиданий в еврозоне от института ZEF и от того же самого института, поэтому здесь это в красном, индекс настроений в деловой среде в Германии.
плюс индекс оценки текущих экономических условий института ЗЕВ за январь. То есть индикаторы, которые сегодня могут повлиять на валютный рынок и в частности на европейскую валюту, это именно тот индикатор, который публикуется от ЗЕВ института в 2:00 московское время. То есть для внутридневной торговли, я думаю, что это достаточно важный индикатор. Он может изменить пару евро-доллар там, на 40, 50, до 60 пипсов. Это в зависимости от вот этого значения, каково оно будет по факту. Если тут расхождение будет очень большим, то, соответственно, вот это изменение будет чуть побольше. Практически других важных индикаторов до конца рабочего дня нет по другим валютам, то есть более такой спокойный день. Публикуется индекс экономических ожиданий института ЗЕВ по Швейцарии. Мы сами знаем, что от института ЗЕВ индикаторы по Швейцарии не настолько значимы, как от КОФ института по Швейцарии, поэтому этот индикатор более второстепенен. Даже если здесь значение сильно поднимется или понижится, я думаю, что тенденция швейцарского франка не будет зависеть от этого индикатора. Скорее всего, тенденция швейцарского франка будет зависеть от индикаторов по Европе. Публикуется тоже индекс цен на жилье в квартальном исчислении в Испании, плюс вот отчет CBI по изменению объема промышленных заказов в Британии. Вот, конечно, если здесь будет мощное изменение, тогда этот индекс как-то может повлиять на британский фунт. Но если по факту значение не сильно будет отличаться от предыдущего, от ожиданий, скорее всего, я не думаю, что именно этот индикатор может повлиять на валютный рынок сегодня. Публикуются тоже оптовые продажи плюс объем производственных поставок за ноябрь по Канаде в 17:30 московское время. Я думаю, что этот индикатор более такой второстепенный, то есть именно сейчас он вряд ли может сильно повлиять на канадский доллар. Даже если канадский доллар направится вверх или вниз сегодня, это не будет из-за этого индикатора. Мы сами знаем, что мы в преддверии заседания Банка Канады по процентной ставке. То есть заседание будет завтра, так что такие индикаторы не могут повлиять сильно на валютный рынок. Все вот эти индикаторы по США, они второстепенные для валютного рынка. То есть это индекс розничных продаж от Redbook и размещение 3-месячных и 6-месячных векселей. Я когда говорю, что эти индикаторы второстепенные, это не значит, что они вообще никому не нужны, так как если вы торгуете на рынке облигаций, на рынке государственных ценных бумаг, понятно, что эти индикаторы тогда очень важны. Но лично для нас, для валютного рынка, имею в виду, они второстепенные. Следующее. В среду что у нас будет опубликовано? Вот завтра утром публикуется индекс потребительской уверенности от Westpac за январь. Это в Австралии. Видно, в 3:30 московское время получается. Завтра начинается международный экономический форум в Давосе. В известной степени тут важно, что будут озвучивать представители ведущих центробанков, ведущих стран, имею в виду, если вдруг кто-то озвучит нечто новое или там некую важную новость, вот тогда такие заявления могут повлиять на валютный рынок. Поэтому мы все время будем следить за новостями. Вдруг кто-то из представителей Центробанка озвучит что-то важное по денежной политике. Потом публикуется индекс потребительских цен. Имейте в виду, что этот форум до конца недели. Индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, как и в годовом, так и в квартальном исчислении. Вот эти индексы очень важны, так как они являются ключевыми для австралийского центрального банка, резервного банка. Мы сами знаем, что если инфляция растет, то это будет оказывать поддержку австралийскому доллару. Если инфляция будет падать, то, скорее всего, австралийский доллар продолжит свое снижение. В начале недели, в понедельник, то есть вчера, мы обсуждали, что на этой неделе именно вот этот индикатор, вот эта группа индикаторов важна для австралийского доллара. Это единственные индикаторы, которые могут, в частности, либо остановить падение австралийского доллара и в наилучшем случае оказать некий мелкий прыжок вверх по паре австралийский доллар-доллар, если вдруг инфляция резко вырастет. То, что было озвучено и в обзорах ведущих аналитиков на сайте, на нашем сайте, там, где новости от Dow Jones.
То есть они тоже утверждают, что если вдруг будет разворот по инфляции, сильный рост по инфляции в Австралии, то только тогда пара австралийский доллар-доллар может чуть пойти вверх там на полфигуру или фигуру. Следующее. Решение Банка Японии по процентной ставке плюс пресс-конференция по денежно-кредитной политике плюс некие индикаторы, а именно индекс активности во всех отраслях, индекс опережающих индикаторов. И вот здесь снова пресс-конференция Банка Японии. То есть понятно, что если мы торгуем японской иеной, это ключевое событие, это самое важное событие, что опубликует Банк Японии и что заявит господину Харухико Корода во время своей конференции Банка Японии. Так как знаем, что в последнее время иена падала сильно из-за смягченной политики Банка Японии. Если банк будет продолжать вот эту политику, то, скорее всего, иена заново может возобновить свое падение. И тогда у нас будет следующий обзор. Какие у вас вопросы по макроиндикаторам? Пока вы пишете или думаете о ваших вопросах, я покажу несколько новостей. Их не так много. Понятно, что вчера был нерабочий день практически в США, имею в виду для банковского сектора. Поэтому не так много новостей. Вчера рынок был более спокойным. Первую новость, которую я хочу показать, с целью это из вчерашних новостей, вот я показываю, что это 20 января. В 12.07 есть такой полезный обзор, лично я думаю, что он полезный. Вот теханализ. Доллар США на этой неделе склонен к росту против других основных валют. В этом обзоре вы можете найти по многим парам, например, как по паре доллар-иена, евро-доллар, австралийский доллар-доллар. То есть по этим трем парам можете увидеть такие интересные уровни поддержки и сопротивления, рассматривая их в текущее время. То есть мы сами знаем, что сейчас пара, например, доллар-иена находится на уровне 104.50-60. Вот у нас есть первое сопротивление. Если пара будет идти вверх, хоть это некое такое слабое сопротивление, но уровня 104.92 и потом уже более умеренным стабильным уровнем, есть более умеренный стабильный уровень на уровне 105.49. Вот эти полезные уровни, просто я утром их сопоставлял с моими личными уровнями, вижу, что в многих случаях они достаточно хорошо совпадают. То же самое и по паре евро-доллар, и то же самое и по паре австралийский доллар-доллар. Так что имейте в виду, что это достаточно интересные уровни. Этот обзор был опубликован вчера в 12.07. Теханализ доллара США на этой неделе склонен к росту против других основных валют. Потом я рассматривал все вот эти обзоры, практически здесь по всем парам написано, что пара, например, там доллар-иена, пара, например, доллар-швейцарский франк, пара, например, евро-доллар будет продолжать движение в широком диапазоне. То есть видно, что аналитики видят, что рынок более спокоен последние дни, и он движется, скорее всего, в течение дня, скорее всего, в неком боковике. Давайте посмотрим, что у нас было опубликовано сегодня в новостях. Я покажу только одну новость. Значит, 5.08. Где у нас 5.08? Так, рост пары евро-доллар ограничен сопротивлением облака на уровне 1.3564. Вот. При более слабом рынке, при отсутствии новостей, действительно вот эти уровни достаточно хорошие. Я просто их сравнивал с своими уровнями. И вот у меня вчера, я рано вчера для себя нарисовал один уровень, и именно он был на уровне 1.3566, 1.3570. То есть я вчера лично ожидал, что пара евро-доллар максимум может дойти до этого уровня и столкнется с неким сопротивлением. Поэтому здесь достаточно полезные уровни, я думаю, что они достаточно актуальны. Вот этот уровень, который является сопротивлением сейчас по паре евро-доллар, то есть чтобы пара шла вверх, это для нас некое сопротивление.
является актуальным до публикации данных ЗЕФ-института сегодня в 2:00 московское время. Конечно, если индикатор будет плохим, то сопротивление, конечно, останется актуальным. Но если вдруг индикатор будет очень хорошим, то кто знает, это в зависимости от значения по факту. Но это такой полезный тоже обзор. И в целом вот все новости. Евро торговалось против доллара почти без изменений. Пара евро-иена консолидируется. Пара евро-фунт будет торговаться в более высоком диапазоне. Вы можете посмотреть, что по всем парам практически все вот эти взгляды, обзоры и так далее говорят о том, что большинство пар не будут сильно изменяться. Видно, что сегодня не так много статистики, рынок практически более спокоен. Вижу, что вопросов нет, поэтому открываем наш торговый терминал. Давайте рассмотрим первую пару по аллигатору на часовом времени. Что у нас происходит по паре евро-доллар? Так, вот наша пара евро-доллар. Здесь понятно, что мы находимся в этом стабильном таком боковике, то, что мы ежедневно говорим, которое является сопротивлением и поддержкой, если мы идем сверху вниз и, соответственно, снизу вверх, то есть для кого-то это поддержка, для кого-то это сопротивление. Сейчас вот видно, что аллигатор уснул, хоть здесь видно, что если мы посмотрим на наш график, видно, что аллигатор часто усыпает, но потом быстро просыпается и снова усыпает. То есть видно, что он не так глубоко спит, не так долго, и когда он просыпается, практически он не так долго охотится за добычей. Поэтому видно, что все время происходят вот такие стабильные, хорошие боковики для открытия позиций по аллигатору, но потом движение либо вверх, либо вниз не очень сильное. Та же самая ситуация происходит и здесь. Вот очень комфортный боковик. Я думаю, что я вижу, просто проверял, что этот фрактал не поражен. Вот боковик порядка 16 пипсов, и аллигатор, хоть и недавно, но он уснул, хоть и не глубоко спит. Вот понятно, что здесь есть сейчас возможность для открытия позиций. То есть не точно для открытия позиций, для выставления отложенных ордеров buy stop и sell stop. То есть пара вполне возможно может подняться практически чуть вверх или чуть вниз до нижней части вот этого боковика в зависимости от данных ЗЕФ-института. То есть первая пара, по которой вы прямо сейчас во время нашего обзора можете выложить свои отложенные buy stop и sell stop ордера. Тоже самая схема и по паре фунт-доллар. Видно, что здесь есть боковик, который актуален. Порядка 25-26, дам до 28 пипсов. То есть первая пара, вторая пара, извиняюсь, то есть имею в виду, что впервые за последнее время или на этой неделе вы можете тоже выставить свои отложенные buy stop и sell stop ордера по аллигатору. И по этой паре имею в виду, что все равно здесь аллигатор не так глубоко уснул и так и не то давно. Австралийский доллар-доллар, тут немножечко ситуация другая. Видно, что практически по аллигатору боковик около 40 пипсов, которые сейчас формируются. Ну, видно, что вот эти три линии не переплелись, то есть нельзя утверждать, что аллигатор спит. Если вот так боковик сохранится и тогда уснет аллигатор, вот тогда можно рассматривать и по этой паре аллигатора. Видно, что по многим парам практически ситуация очень схожая, формируются некие боковики. Это из-за того, что банковский сектор практически вчера не работал в США и рынок был более спокойным. По этой паре мы сами знаем, что здесь есть такое некое серьезное сопротивление сейчас для австралийского доллара, чтобы идти вверх. Вот завтра частично определится судьба австралийского доллара, то есть перспектива австралийского доллара на ближайшее будущее, потому что если инфляция вырастет, мы снова можем вернуться в этот боковик
То есть пара может снизу вверх сделать некий прорыв вот этого стабильного уровня, там около 80, около, то есть на фигуру вверх подняться и заново зайти в этот боковик. Но если индикаторы по инфляции будут сильно снижаться в Австралии, то, скорее всего, мы будем отдавать предпочтению коротких позиций, то, предпочтению коротким позициям, то есть снижению по австралийскому доллару. Доллар иена по аллигатору возможности нет. В целом мы тоже здесь в преддверии заседания японского центрального банка, так что, скорее всего, пара будет в более широком диапазоне двигаться в бок, лично мое мнение, в краткосрочной перспективе. То есть здесь видно, что на 4-часовом фрейме мы тестируем все время вот этот гэп, который произошел там в конце прошлого года, практически в начале этого года. Вот мы тестируем вот этот гэп. Тут всем видно, что практически вот эти вершинки, они пока не обновляются. То есть некое такое замедление, краткосрочное замедление вот этого роста, долгосрочного роста. И это даже H4 фрейм. Вот мои скользящие средние показывают это 30-е, а это 132-е. То есть 132-е скользящее среднее поднялось выше 30-е, то есть 30-е ниже. А 30-е на 4-часовом фрейме, что это значит? Что это одна неделя и месяц. Красная линия одна неделя, месячная синяя. То есть видно, что у нас идет краткосрочное замедление восходящего тренда. Доллар, швейцарский франк. По аллигатору видно, что возможность она существует, так как это межфрактальное пространство, которое сейчас формируется, хоть этот боковик достаточно волатильным, вот это межфрактальное пространство до 30 пипсов, но видно, что аллигатор не так стабильно спит, поэтому здесь по аллигатору торговать трудно, но в целом мы отдаем предпочтению длинным позициям по этой паре в долгосрочной перспективе, то есть даже и для краткосрочной перспективы рассматриваем возможности для захождения по этой паре, открывая длинные позиции. Вот этот уровень, который являлся слабой поддержкой, слабым сопротивлением. Видно, что прорывы все время происходят. Рано или поздно он тестируется и станет более стабильным. И вот тогда, когда пара будет откатываться уже от этого уровня, для нас он будет рано или поздно стабильной поддержкой, когда мы смотрим вверх. Евро-швейцарский франк. Я в известной степени рад, что на часовом фрейме последние свечи восходящие, такие бычьи, то есть это значит, что швейцарский франк последние не дешевеет по отношению к дешевеет по отношению именно к евро. Он отыгрывает вот эту коррекцию, то есть здесь видно, что идет некий такой симметричный треугольник практически. Мы выравниваемся практически около некой средней. Рано или поздно, если мы выйдем из этого не очень стабильного симметричного треугольника вверх, то мы будем рады, потому что это будет значить, что доверие и к европейской валюте возвращается по отношению к франку, то есть по отношению к доллару пара будет сильнее идти вверх, усиливать свой импульс. Доллар, канадский доллар, еще одна пара, по которой можете открываться сейчас по аллигатору. Видно, что межфрактальное пространство порядка 18 до 20 пипсов. Достаточно хорошо аллигатор спал последние 5-6 дней, плюс видно, что практически он и раньше не так сильно двигался с самого начала, грубо говоря, января. Поэтому сейчас формируется хорошая возможность и по этой паре для открытия позиций по аллигатору. Либо мы спустимся на 70-80 пипсов вниз, либо мы возобновляем наш восходящий тренд, учитывая того, что завтра будет заседание Центрального банка Канады. То есть уже завтра пара направится либо вверх, либо вниз, имея в виду определиться некая такая краткосрочная перспектива по этой паре, но мы все время должны иметь в виду, что глобальный тренд по этой паре на дневном фрейме, скорее всего, он уже восходящий.
То есть раньше, если мы рассматривали на weekly frame, что идет боковое движение, и у нас уже двойное, даже и тройное дно, то сейчас уже можно говорить, что вот этот 9-месячный и годовой тренд, видно, что он восходящий. То есть по этой паре в целом отдаем предпочтение длинным позициям. То, что мы озвучивали в прошлом году и в этом году придерживаемся. В многих случаях видно, что мы практически не изменили наш взгляд по основным парам валютного мира. По золоту. Вот я лично для себя просто вчера с одним коллегом обсуждал вот этот инструмент, как и серебро. То есть видно, что уже волатильность изменения цены по этому инструменту снижается. Там и торговые обороты снижаются. То есть все более и более золото не только что потеряло, как мы говорили раньше, золото потеряло свой блеск, но он просто потерял и свой блеск среди, то есть между трейдерами. То есть уже объемы не такие сильные, и поэтому изменения не такие сильные. Вот я придерживаюсь, у меня такое мнение, что волатильность по золоту, то, что мы говорим с самого конца прошлого года, волатильность по золоту или среднедневной торговый диапазон по золоту будет уменьшаться. То есть таких движений, как в 2010, 2011, 2012 году, и в начале прошлого года, то сильные росты вверх, падение сильное вниз от 70 до 100 долларов уже будут редкость. То есть золото будет торговаться в более узких диапазонах. И поэтому я думаю, что для открытия позиций вот, вы можете рассмотреть вот эти последние такие формирования, что тут, скорее всего, такие комфортные боковички для открытия позиции порядка уже от там 5 до 7 долларов. То есть вот то, что сейчас у нас есть, там есть некий боковик порядка 5 долларов. Вот эти боковички хорошие. Почему? Потому что я вижу, что нормальное, стабильное среднее изменение цены золота в течение одного дня, в течение одного рабочего дня, там достигает практически до 15-20 долларов. Я имею в виду среднее изменение. Понятно, что если вы рассмотрите вот эти три свечки, что произошло в этом дне, то золото сейчас выросло на 18-20 долларов. Вот здесь, например, оно изменилось, когда есть вот эта интересная свечка, больше 30 долларов. Да, такие свечи могут периодически формироваться. Но в основном видно, что среднее изменение цены в течение одного дня будет в среднем от 15 до 20 долларов. То есть если у нас есть такое формирование порядка там 5-6 до 7 долларов максимум, это треть среднедневного изменения, вот тогда можно открываться и надеясь заработать по позиции до 10-15 долларов. Либо вверх, либо вниз. Золото, как мы утверждаем, зависит полностью от программы количественного смягчения. Плюс мы привязали последнее время для нашего анализа, как вы знаете, золото к фондовому рынку в США. То есть уже будет идти классическая обратная корреляция между акциями и между фондовым рынком в США и между ценами на золото, потому что первая группа – это рисковые активы, золото – это безрисковый актив. Либо рисковые активы растут, безрисковые активы падают, и наоборот. Либо мы продаем свои рисковые активы и покупаем безрисковые активы. Поэтому следим, анализируем тоже одновременно и фондовый рынок в США. Если он растет там на 0,5% или процент, соответственно, грубо говоря, золото будет падать там на 0,5% или процент, и наоборот. Если это понятно, ставим свои плюсики, и я думаю, что эта корреляция со временем будет все более четкой и четкой между фондовым рынком США и между ценами на золото. Жду вашей реакции в чате, потому что у нас обзор подходит к концу. Вижу, что вопросов нет, только одни плюсики. Тогда пора прощаться. Всем желаю хорошего дня, конечно.
Учитываем, что сегодня практически более день пока такой спокойный. Знаем, что в 2:00 по Москве публикуются данные ЗЕФИ института по Германии. До этого они будут опубликованы и по еврозоне. То есть это единственные ключевые индикаторы на сегодняшний день. Если вы торгуете азиатскими валютами, имея в виду австралийским долларом и японской иеной, не забывайте, что сначала публикуется инфляция по Австралии. Если будет сильное расхождение, то есть значение, которое будет опубликовано по факту, будет сильно отличаться от ожиданий или от предыдущего, это может повлиять существенно на австралийский доллар, то есть определит краткосрочную судьбу австралийского доллара. То же самое произойдет и с иеной, если Банк Японии сильно изменит свою денежную политику, или, то есть банк денежную политику, извиняюсь, сильно не изменит, но риторику по денежной политике. То есть, если японцы будут говорить, да, уже как-то все там, мы на правильном пути, не надо так сильно заботиться о иене, она все равно идет в этом нисходящем тренде, сама иена дешевеет, то это будет значить, что Банк Японии немножечко замедлит темпы вливания в денег, и тогда наш прогноз по паре доллар-иена выполнится, а именно, что пара будет идти уже более медленно вверх, зигзагом, то есть будут и падения, и росты, но в целом у нас будет некий такой медленный, не очень стрёмный восходящий канал. Всем спасибо, думаю, что все понятно. Тогда желаю еще один раз вам удачного дня. Всего доброго и до встречи завтра снова. Встречаемся в 10:30. С вами был Веселин Петков.